20 студенток Сибирского федерального университета стали лауреатками стипендии «Форсаж». В этом году их количество впервые увеличилось вдвое. Так компания-организатор «Сибирская альтернатива» отметила 10-е юбилейное премирование. Претендовать на выплату могли только девушки, приехавшие учиться из сел и деревень. Среди критериев также успеваемость. Она должна быть не ниже «хорошо и отлично» по специальностям в области математики, информатики, филологии и языкознания. Учитывается и активная жизненная позиция. Все девушки занимаются наукой, волонтерством, изучают иностранные языки. Стипендия будет выплачиваться в течение одного учебного года. Ее размер составляет 5000 рублей. Отбирает претендентов учредитель стипендии Людмила Ус. Она лично знакомится с биографиями, характеристиками и оценками претенденток. Вот в этом году меня поразила девочка одна. Мне понравилась у нее такая фраза в ее автобиографии, что необходимо, чтобы у нас оба полушария развивались. Вот для этого и нужно не только зацикливаться на учебе, но обязательно заниматься любимым каким-то занятием, хобби и разносторонне развиваться. Ты с каждым разом, вот я второй год ее получаю, с каждым разом я понимаю, что то, что я сейчас делаю, это не предел. То есть можно делать что-то еще, можно захватывать больше областей развития. И это все влияет положительно как на меня, так и на окружающих.